Всем привет, вы на канале Стухов Егор. И сегодня мы поиграем в игру номер 1. Сегодня же уже вторая ночь, ребятки. Имейте в виду, что сегодня будет гораздо страшнее, чем вчера. Это понятно сразу. Ну и давайте же нажимать play. Фу, сколько уже можно ждать. Ссылку я опять же оставлю в описании. И на прошлое видео, кто не смотрел, я тоже оставлю ссылку. Погнали. Nice 2. Ждем. Пока загрузится. Будет круто, конечно, когда будут аниматроники. Давай я жду. Я его жду. Так, пока что не знаю, что. Ой, из-за того, чтобы пойти сюда, фонарь выключу. Я как понял, этой ночью будет гораздо страшнее. Сейчас будет просто что-то, ребят. Бойтесь. Это этого видео. Я уже боюсь. Мне страшно, ребят. Я хоть и не нахожу. Вторая ночь, 12 и... Ну что делать? Они меня окружают. А сейчас будем другим методом. Ой, фу. Найс. Два. Я не представляю, что будет на пятом. На пятой ночи, ребят. У меня не хватает воображения, что будет на пятой ночи, если тут уже жестяк полный. То что? Пятой ночи, просто, ребят. Если там будет сам Фредди и Голден Фредди, я не играю. Скорее всего, еще и Фокси будет убегать. Или это страшно вчера так? Нет! Опять аниматроники. Напряжение слишком сильно играет. Не весни. Хотя бы сейчас. Какая-то комната. Я не зайду. Что хотя бы тут делать-то? Вы что она тут будет делать? Ну почему? И, кладовка. Сейчас нападут. Блин, Чика! Я в кладовке был, ребят. Ну, и напоследок еще раз сыграем. Накажу тебя, поняла? В следующий раз накажу тебя, реально накажу. Блин, не надо играть. Ай, да мне пофиг, я все равно сыграю вторую ночь еще. Быстрее загружайся, Найт, загружайся. Я хочу еще раз поиграть. И вот то, что он крутится перед запуском, вот это мне
Немножко так пугает. Я, кажется, знаю, что я буду делать сейчас. Вы не знаете, что, а я... Как это делается тут? Как у них тут двери закрываются? Я не смогу закрыть дверь, потому что мне придется идти. В следующей части поучимся, скорее всего. Это же Let's Play, следующая часть. Она прям рядом ходит. Чики, отстань! Ну блин, повар. Ну сейчас повар скушает. А! Ну опять ты. Хватит пугать, ну ладно. Уже ничего не поделаешь. Ну... В принципе, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Вы прям вот этот Фредди. Если вы ставите лайк, вот он к вам ночью завтра придет. Всем пока. Пока-пока.